То есть Николай Егорович сказал уже, что на самом деле каких-то таких безвозмездной помощи вот вам оказать, ну, в соответствии с действующим законодательством, вот в частности у нас в министерстве таких возможностей нет. Аналогия за чем? Но подождите, выслушайте, пожалуйста. Я же... отдайте людям, вы задерживаете ни из-за чего. Но если... Ответ дали, никому ничего не будет, мы пошли и все, толку вас слушать. От этого кому легче? Себе галочку поставили и все, она... Если вам это не интересно, вы можете идти. Вы же здесь не только один присутствуете. Я хочу вам сказать про конкретно, вы не даете мне ответить. Давайте уже выслушаем всех. То есть при Министерстве промышленности и торговли есть два фонда. То есть понятно, что это фонды, которые могут вам дать льготное кредитование. Если присутствующие здесь, все-таки вы решите продолжить дальше свою предпринимательскую деятельность, вы являетесь субъектами малого и среднего предпринимательства, вы можете обратиться в эти фонды, и они вам дадут, вот фонд микрофинансирования дает микрозаймы, то есть он дает от там, 300 до 5 миллионов рублей. Дают в настоящее время он под ставку 6,25. То есть это достаточно льготная ставка по кредиту. Это годовая 6,25? Да, это годовая. Это годовая. То есть на сайте Минпромторга размещена вся информация об этих двух фондах. Фонда микрофинансирования и фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.